6 счастливых новоселов появилось на днях в жилом комплексе «Рублевский» благодаря проекту партии «Единая Россия. Крепкая семья». Для детей-сирот, которые не могут рассчитывать на помощь родных, получение собственной квартиры – это возможность начать новую жизнь, обустроить быт, создать полноценную семью. Ключи от квартир вручил ребятам глава района Андрей Иванов. Затем традиционное чаепитие и обсуждение планов на будущее. Выбор профессии, возможность трудоустройства в Одинцовском районе рядом с домом – вот основные темы, волнующие новоселов. Чем вы занимаетесь, да? Какие у вас интересы? Когда планируете переезжать в свои квартиры? Для нас это очень важно, чтобы вы дальше уже развивались, создавали свои семьи здесь, в Одинцовском районе. У вас благодаря государству появился такой свой уголочек, свое гнездышко, в котором можно создавать уже семью, приглашать друзей, рожать детей. Современные отделочные материалы, модная двухуровневая планировка. Интерьер квартир-студий выполнил по последнему слову дизайна. На первом этаже расположились кухня-гостиная, прихожая и санузел. На втором – спальная комната. Квартиры полностью оборудованы новой бытовой техникой и качественной мебелью. Мы приобретаем квартиры, в которых потом проводим ремонт, закупаем мебель, технику, сантехнику. То есть они могут заезжать прямо вот сразу. Получил ключи, и в этот же день можно остаться. Даже в холодильниках есть продукты. Для тех, кто прям хочет порадоваться и остаться в квартире сегодня, даже не перевозя вещи. Здесь у нас вот такая концепция, стандарты, мы его придерживаемся и дальше только его докручиваем, дорабатываем, повышаем стандарты и проговариваем с застройщиками, чтобы качественный ремонт делали. Будущий программист, учащийся Можайского техникума Павел Масленников, свою новую квартиру видит сегодня впервые. Юноша признается, что сильно волнуется. В собственное жилье Павел планирует переехать уже в ближайшие дни. Квартира очень нравится, холодильники есть. Продукты очень порадовало. И, в принципе, мебель хорошая. Все на месте, все есть. Все как хорошо. К планировке относишься к двухэтажной? Очень, это вообще супер. Наука. Не скрывая радости, юноша разбирает подарки и обдумывает обстановку. Впереди приятные хлопоты. Остаток дня он решил провести в своем новом доме. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».